Всем привет, с вами Прия. Сегодня под мое руководство, скажем так, под мой зоркий глаз попала такая вот табличка по силе артефакта. Сразу скажу то, что вот эти вот даты, которые прописаны, во-первых, они прописаны для американских серверов, и учтите, что у них идет написание даты месяца и года не так, как у нас. То есть мы привыкли дата, месяц, год. То есть 27.03.17. У них же чуть-чуть наоборот. Сначала идет месяц, потом день, потом только идет год. Для кого-то эта информация может вообще быть в новинку. Ну и к тому же придется к этой таблице прибавить по одному дню. Учтите это. Ну и каким-либо советом, когда там сказано про воскресенье, нам надо считать про понедельник. Скажем так, то есть прибавлять везде по одному дню. Как мы все прекрасно знаем, это базовые модификаторы на получение силы артефакта. То есть все прекрасно знают то, что имея всего лишь первое знание артефакта, вы будете получать вот такое вот скудное количество силы артефакта с каких-либо путешествий в Варкрафте, скажем так. За LFR 250, нормал 400, героик 500 силы артефакта, мифический рейд 600, первое похождение в героик 400, героик инст, миссион бонус... Сложно, не могу понять, извините. Также прекрасно знаете то, что это дается за 2 и 3 ключи, это за 4-6, это за 7-9, а это за десяточки. Вот так вот. С этим разобрались, итак, начнем же. Сейчас мы имеем 25-е знание артефакта, я надеюсь, все его уже успели поиметь, скажем так, как бы это грубо не звучало. 25 уровень артефакта плюс 24900%, мультипликатор 250, то есть x 250. Умножив 250 на 250, вы получите 62500, то есть это все дело проверено. Получается все это дело вот так вот, то есть это те цифры, которые нам даны в текущий момент и те, которые мы получаем. 26-е знание артефакта мы получим сразу же после того, как сделаем цепочку квестов с Кангаром в Долоране за минут где-то 20 на Расколотом берегу. Мы получим в обзор новые таланты, то есть они нам справа откроются, и мы сможем их по чуть-чуть уже прокачивать. Учту, что последние 50 талантов прокачиваются только когда вы прокачаете самые обычные свои таланты, поднимете их до уровня 4 из 4. То есть сейчас они у вас 3 из 3, допустим, там, героический прыжок, допустим, КД у Вара, да, 3 из 3. Надо его вкачать на 4. И все такие подобные талантики, которые вкачивались на 3 раза, их надо докачать до 4. Только потом будет качаться последняя писяточка, последняя золотинка. По этим знаниям видно, что сколько мы будем получать силы артефакта в итоге. То есть сейчас мы, если получаем, допустим, за прохождение 10 ключа 150 тысяч силы артефакта, будем получать 331 миллион 27 июля. Возможно, вам не видно это дело из-за веб-камеры, но, разумеется, я оставлю ссылочку на эту таблицу как в ВК-группе, так и в описании под Ютубом. Так что можете посидеть и поизучать. Также тут подробно расписано о каких-либо вещах и чуть-чуть инструкции. Всех вам благ, счастья, здоровья. Информация на ознакомление дана. Изучайте, предлагайте что-то свое. И я жду от вас в среду различные ключики на очень интересные и высокие подземелья, типа каражанов и прочих инстов. Всех вам благ, счастья, здоровья, легендарок, голды. До скорого!